концерт «Светлогорск. Город для всех» прошел в субботу в Светлогорском центре культуры. Такое название выбрано не случайно, ведь для выступления были приглашены музыкальные коллективы из разных населенных пунктов республики. Юго-запад из Минска и храм 26 из Мозыря по разным причинам не смогли приехать. А вот группа «Доктор Время» из Кличева на протяжении 2 часов работала для светлогорской публики. Кавер-бенд порадовал собравшихся всем известными хитами не только классики рока Элвиса Пресли и Битлз, но и современными композициями русского и зарубежного рока, арии, нирваны и многих других. Выяснилось, что лидер группы Андрей Говорушко – уроженец Светлогорска. И, может быть, поэтому его энергетика передалась собравшимся, и они не только пели вместе с кавер-бендом, но и танцевали. А по бурным аплодисментам и просьбам исполнить что-нибудь еще стало понятно, что концерт удался. Пропустил это мероприятие. В следующую субботу у Светлогорского центра культуры ожидает очередной рок-концерт. Но петь для вас будут уже «Короли крови» из Бобруйска, «Крэш» из Речицы и «Светлогорский винил».